Театральная педагогика, если говорить образно, это когда обыкновенный школьный урок превращается в настоящий спектакль, режиссером и постановщиком которого является учитель. Об этом шла речь на мастер-классе, который провела для молодых коллег, работающих в школах города, учитель начальных классов 4-й школы Нелли Степановна Гриценко. Умение работать творчески, импровизировать, превращать уроки в маленькие представления особенно важно для учителей младших классов. Ученики 4-й школы с 1 по 4 класс под руководством своих классоводов наглядно продемонстрировали гостям, как можно легко и непринужденно изучать материал. Они пели на мотивы известных песен слоги и таблицу умножения, разговаривали по телефону, изучая правила общения и отрабатывая выразительность речи, рассказывали стихи в движении, с настоящим микрофоном брали и давали интервью. Эти и еще некоторые другие упражнения молодые педагоги с энтузиазмом повторяли и брали себе на заметку. Обсуждение итогов мастер-класса превратилось в дружескую беседу единомышленников. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».